20 декабря в Хасавюрте в одном из залов для проведения торжеств состоялся благотворительный концерт для подопечных 5 реабилитационных центров города и района. Также на торжество были приглашены дети из многодетных и малообеспеченных семей соседних районов. В качестве почетных гостей на мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, начальник отдела по делам молодежи и туризма Айшат Атаева, а также руководители городских и районных социальных учреждений. С приветственным словом в адрес всех присутствующих в зале выступил Бадыр Ахмедов. Передать слова приветствия и благодарности от имени главы города Акбазова Замира Дадабековича. Отдельно обращаюсь к нашим гостям, которые сегодня присутствуют из Республики Чечня, из наших ближайших районов. Отдельно благодарю организаторов мероприятия. Большое вам спасибо. Город Хасавюрт богат традициями проведения аналогичных мероприятий. Всех вам благ! В красочно оформленном зале для гостей праздника были накрыты столы с разными блюдами и сладкими угощениями от различных кондитерских домов, пожелавших принять участие в благотворительном марафоне. Всего на мероприятие было приглашено более 500 человек. В качестве организатора выступили благотворительный фонд «Чистое сердце», волонтерское движение «Чистое сердце», благотворительный проект «Доброе сердце», городские предприниматели, а также меценаты соседних республик. Поддержать организаторов проведения крупного мероприятия прибыли представители благотворительного фонда «Даймох» Чеченской Республики. Мы очень рады здесь поприсутствовать, рады увидеть улыбки ваших детей. У нас общая цель. Неважно, ваши, наши, дети всего мира, мы хотим вызвать у них улыбки, обрадовать их. Спасибо огромное всем организаторам, благотворителям, которые откликнулись, помогли в организации такого прекрасного мероприятия. Желаю всем дальнейших успехов. А детишкам много-много радости, здоровья, улыбок, удачи по жизни. Слова благодарности организаторам за проведение столь масштабного мероприятия выразила начальник отдела по делам молодежи и туризма Айшат Атаева и поблагодарила всех участников за активную гражданскую позицию и стремление помогать нуждающимся. Для присутствующих в зале творческими коллективами города были исполнены хореографические номера и вокальные композиции, под которые воспитанники реабилитационных центров смогли весело провести время. В свою очередь, руководители реабилитационных центров выразили признательность за проведение доброго и нужного дела. Забота о детях и защита их детства – это наивысшее проявление благородства и человечности. Такие мероприятия – это пример для всех окружающих в оказании безвозмездной помощи тем, кому она нужна больше всего, отметили выступающие. Всем тем, кто занимается благотворительностью, огромное наше спасибо. Конечно, один в поле не воин. Взять один фонд или один человек, кто-то организовать. Когда единый кулак, когда все вместе, это, конечно, по силам каждому. Особо хочу отметить вот эту молодежь, которая полный зал волонтеров. Это будущие такие же благотворительные фонды. Это такие же люди, которые будут с пониманием относиться к чужой боли. Всего в благотворительной акции приняли участие более 60 волонтеров из числа студентов профессионального педагогического колледжа под руководством Меседу Османова, непосредственного руководителя волонтерского движения «Чистое сердце», которые следили за порядком, развлекали детей, выходили вместе с виновниками торжества на танцплощадку, тем самым делая День малышей одним из самых запоминающихся. И волонтеры, и организаторы этого мероприятия, вам огромное спасибо, что сегодня пришли, поучаствовали в таком прекрасном празднике. Праздник детства можно назвать, или праздник для детей. Я всех поздравляю, желаю добра, мира, счастья, терпения, всех благ. Доброта – вещь удивительная, она объединяет людей. Доброта – это мостик, способный соединить сердца. Это толчок, который не дает пройти мимо
плачущего ребенка или голодающего человека. За 2017 год фондом «Чистое сердце» по городу Хасавюрт совместно с представителями волонтерских движений проведено более полусотни различных акций, семинаров, форумов, адресной помощи нуждающимся семьям и выездов в соседние города и районы с продовольственными пакетами. В праздничную программу дня также входило награждение благодарственными письмами от фонда «Чистое сердце» руководителей и предпринимателей различных организаций, оказавших помощь в проведении благотворительного мероприятия. Стоит отметить, что очередной праздник для детей под названием «Вместе мы можем больше», подготовленный волонтерским движением и благотворительным фондом «Чистое сердце» по городу Хасавюрт, стало одним из крупных в текущем году. В общей сложности подарки и материальную помощь получили более 200 детей и их родители. Зарима Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».